самый общительный. Марина очень любит разговаривать. Она любит с детьми разговаривать. Она, да, она с детками разговаривает, она со взрослыми разговаривает. Много разговаривает. Мы дополняем друг друга. Кто приседает с большим весом? Ну... У нас одинаково было. Да. Одинаково. Кто больше всех раздает автограф? Да, я думаю... Тоже одинаково. Да. Мы же не считаем. Мы с Марусей вместе везде ездим. Да. Нас, мне кажется, одинаково все знают. Кто больше всего времени за свою карьеру провел в компании Евгения Васильевича Трефилова? Мы одинаково. Мы в одно время, да, попали? Да, мы в одно время попали и, в принципе, все время ездили. Ну, может быть, я годик пожила. Возможно, она, потому что... Ну да, может быть, я тоже вспомнила. Евгения Васильевича иногда меня жалеет. Сильного возраста и приглашает меня меньше на сборы, например, летние. А Маруська отдувается, ну да, еще и как бы год сборы. Я пробыла с ним, поэтому а, я, правда. Я с ним. Кубани, да. Она. Схлестнулась. Кто лучше говорит по-английски? Возможно, да, это так, да. Но Марина учит английский в программе. Был один период, когда мы жили с ней на сборах, на соревнованиях каких-то. И она все время была в этом английском, я уже говорила: «Марин, ну поговори со мной». Представляете, я Марину просила со мной поговорить. Когда учат английский, она молча учит английский. Кто чаще выкладывает фото в Инстаграм? Много всяких фоточек показывает, видео, когда я читаю книжки, а она мне говорит: «Марин, посмотри». Май, посмотри. Кто чаще сидит на диете? Я. Да. У меня не получается, но я сижу. Да, я всегда говорю, что ты грешишь. Она говорит: «Почему ты мне не говоришь, что я много кушаю сладкого?» Я говорю: «Ну, я как бы намекаю, но ты меня не слышишь, поэтому как-то вот так». Тогда кто из вас сладкоежка? Да. Везде купит, везде с собой возьмет, обязательно булочки, вот это все мучное. Но раньше было больше. Да, раньше было больше, сейчас я как бы уже... Пытается. Вечером на правильное питание, да, и вечером я не кушаю сладкое. Кто самый пунктуальный? Точно не я. Я не знаю. Кто больше времени проводит в тренажерном зале? 50-50, но я люблю тренажерный зал. Ну, я тоже в последнее время полюбила. Раньше я думала, что это... Кач, мы качаемся непонятно для чего, а вот сейчас у нас Женечка наш объяснил, для чего это нужно, как и в принципе. Без физики нам никуда. Да. А кто хотел бы прогулять тренировку? А можно вот так сделать? Так. Что никто. Мы прогулять мы всегда везде успеем что-нибудь, или погулять, или прогулять, но смысла нету. Кто из вас стал автором гола в финале Олимпийских игр в Рио? Автором гола Олимпийских игр? Марина! Наверное. Я не знаю. Не знаю. Мы не считаем свой... Ну, я не считаю свой гол. Марин... А, вы не помните? Ну... Просто автором гола, кто стал в финале Олимпийских игр? Я! Пусть будет так. Не знаю я. Марина! А кто выиграл больше трофеев? Наверное, Маюшка. Мне кажется, одинаково. Ну, возможно. Потому что и возможно, возраст, за счет, и как бы она в Волгограде играла. За счет опыта. Но она еще играла в Волгограде. А Волгоград раньше? Наверное, у меня тоже точно на один чемпионат России золотой больше, чем у Марины. Да. Кто интересуется футболом? За счет того, что у меня в семье футболист маленький. Футболист большой, бывший. Ну, хотя у тебя муж тоже имеет отношение к футболу. Ну, в общем, да, у меня на один больше. Да. Футболистов у меня в семье больше надо.